в современных реалиях нужна ли такая штука, как религия, в принципе? Религия и христианство — разные вещи. У людей есть предвзятое отношение, то, что... Да, да. Я когда знакомлюсь с каким-то неверующим человеком, и я знаю, что я буду с ним какое-то время общаться, то я не спешу говорить ему, что я верующий. Поговорим, в принципе, про отношения. Можно увидеть верующих, которые на вокзалах, там, людей хватают за руки и начинают им рассказывать что-нибудь из Библии, то это очень грустно смотрится, и это вот как раз то, что настраивает людей против верующих.